Итак, всем привет! Сегодня посылочка от производителя. Это Asmodus. Моего штатива не хватает по высоте, чтобы показать всю посылку. Она большая, поэтому буду по чуть-чуть открывать. Так, пришла она из Штатов. В пути была в районе месяца. Служба, по-моему, на ЕСП похожа. Ну, как-то странно она отображалась. И еще на почте мне сказали, что мою посылку шмонала таможня. Сейчас посмотрим, все ли на месте. Тут несколько девайсов. Жишки должны быть. То есть интересная посылка. Так, ну вот вроде бы все. Инвойсик есть. Так, тут два девайса и жишки. Так, жижек тут сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Целый тест-пак, они разные. Я так понял, это все Snowwolf. Пираты. Asmodus.com. Вот кому интересно, зайдите, гляньте, что это за жижки. Обзорчик на жижи отдельно сделаю. Это будет мой первый обзор на жижи. Интересно попробовать, что тут есть. Так, дальше. Есть вот такой мод, я так и не понял пока, до обзора разберусь, пойдет он в продажу, не пойдет, как-то несколько обзоров я уже видел импортных. В общем, вот такой двухбатареечный мод на 120 ватт, интересная штука, такой soft touch покрытие тут, открывается кнопки, решил тут, ага. Ну, вот такой модик интересный, посмотрим, что за зверь. В общем, отдельно будут обзоры, понятное дело. Чехольчик тут такой интересный. Для жижки карманчик есть. Короче, посмотрим, что он умеет. Плата вроде бы тут неплохая стоит. Так, мешочек еще. Такое колесо Asmodus. И вот там звезда этого номера. Snowwolf Mini на 75 ватт. Тоже интересная коробка. Сейчас глянем, что тут в комплекте у нас идет. Ну давай, выпадай. Оп. Так, мануал какой-то, да? Да, мануальчик. Еще что-то. Целая книжка. Ух ты, какой он маленький. И все, да, даже шнурка нет. Да, шнурка нет. Ну, я думаю, у всех есть мини-USB шнур. Поэтому это не проблема. Так, в пакетике он таком замерзшее. Ну ничего. Так, до обзорчика я все это разберу, покажу. Блин, уматный. Snowwolf очень даже уматный. Так, погляну, что за жижки. Все-таки открыт пакетик. Хотя бы пару штук сейчас посмотрим. С пипеточками в стекле идут, запаянные все. Так, это троечка, да? А где же ПГВГ? Так, а содержание ПГВГ я не вижу. Так, что еще тут у нас есть? Капитан. Так, это тоже у нас троечка. Так, что еще есть? Это у нас IST. Так, вот такой чаек. Тоже троечка. И по ПГ ничего не понятно. Ладно, будем пробовать. И не написано даже, по-моему, сколько миллилитров. Да. Так. Это линия пирата, я думаю. Так, это чест. Так, вот это получается одна линейка. Да, вот уже три одинаковых. Вот еще один пират. Навигатор. Тоже троечка. Так, а это другая линейка. IST. Это фруктики. Это малинка у нас. Наверное, с каким-то охладителем. Фриз. Так, это у нас Суада. Так, все троечка идет.
Asmodus Desert Cooler. Так, ну вот такая посылочка интересная, обширная, тут на три видоса целых будет. Все, на каждый товар будет отдельный обзорчик в скором времени. Оставайтесь на моем канале, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Кому понравилось видео, ставьте лайк, кому нет, дизлайк. До встречи в эфире.